Всем привет! Вы на канале в гостях у Андрюхи. Андрюх сегодня будет возить навоз в сад, удобрить, чтобы урожай был хороший. Погнали за навозом. Оба-на! На соседнюю улицу. Так. Вот теперь ставим вторую скорость. Опа! Ящик у меня что-то. И погнали. Чуть-чуть газку. Маленечко. Побольше газу. Ох, ететь кудреть, погнали. Ух. Ветерком, бляха-муха! Ух! Так, затор. Подождать надо маленько. Так, путь там освободили. Потихонечку на первой скорости едем. Вот нам вот через это все нужно проезжать. Тут, конечно, да, придется выеживаться. Хорошо. Корыто тут, сено тут, люцерка. Тут надо как-то пропутаться, чтобы не задеть. Опа, опа-на. Едем за удобрением. Погода у нас осенняя, октябрь месяц. Прохладненько так, но листья еще не опали, только начинают желтеть. Thank you.
береза одна, смотри, желтая, другая зеленая. Красиво. Желтая, другая зеленая. Да. А это потом на это на большой огород. Нет, я говорю сюда, далеко, пускай не выкидывает. Под картошку пойдет она? Конечно, пойдет. Сейчас вот если разбросать, за зиму все-таки перед ними. У меня с Колей взять что ли еще одни вилы? Еще одни возьми хорошие. Такие не надо. Нет, другие, которые возьму. А у нас дома нету? Нет, это у нас полная. А, черенок там вообще капец. Копали вот в прошлый раз, 4 тачки привезли. Червей вообще даже нету. Навозная куча должна быть с червями. Да. А здесь нету. Почему-то. О, это все уже можно кидать. Погнали. Поехали. Погнали! Вот сток навоза. Идем на первый, тяговый. Чуть газку, маленечко. Погребли. Земля сыроватая маленечко. Чуть-чуть. Ух! Ладно, хоть тут бревна убрали. О, уже начинаем буксовать. Чуть назад немного, можешь все протянуть? Нормально? Вот так вот возим немножко мы навоз. Перегной.
задымил. Привет! Ох, задымил! Марин, иди сюда, вертолет убрать надо. Ох, буксуем. Вообще его убрать надо, вот так. Проехали! Хорошо! Ехать, колотить! Оп, стоять! Задняя скорость! Передняя скорость. Он на улице. Так. Раскидываем. Опа. На возику. Вот так вот. Наверное. Он говорит, прививался. Да. Ну да. У меня в галошку ноги горят. Ну да. Так, что-то мне как-то не с руки. Я тут накидаю. А? За 3000 обещал. Навоз за 3000? Че? Че за навоз, блин? Землю сейчас привезу. Кого? У кого? Наверное, где-то примерно так. Да.
наверное, потому что навоз раскидывали, я видела. Да. Саша и Валерка. Чё? Куда? В поле? А, да. Чё нашла? Укроп, да. Так, совковый лопат не надо брать? Нет, а муж им надо, та-то маленькая. Так, заводим. Нет, я сейчас это, доеду. Чё начнёшь? Под чеснок? Ну, земля сыроватая чуть-чуть. Нет, ехать, говорю, немножко сыроватенькая. Надо сказать, чтобы поменьше чуть грузили. Или может так сойдет? Посмотрим. Нагрузка, а то даешь, аж прямо он это, задымел. Ну да. А? На тех колесах я бы не выехал. Просто-напросто. Закрываем борт и погнали дальше.
умоем чуть-чуть от навозика. На швабру взять? Швабру? Давай. Чуть-чуть. Вот, заунавозили, так скажем, завезли удобрение на наш участок в сад. Таким вот хорошим слоем все уложили. Там вот жена начала уже вскапывать. Вот таким вот слоем тут уложили. Хорошим таким слоем уложили. Теперь мне это нужно все вспахать. Пахать мы будем на следующей неделе. Погода как раз. Вроде бы вот солнышки выходят. Солнышко выходит, нормальная погодка. Начнем потихоньку пахать. Вот, это нам нужно все вспахать. Пахать будем мотоблоком. Так вот. Жена тут немного уже начала копать под чеснок. Вот. Почти выкопала под хорошие две грядки. А мне осталось вот вспахать мотоблоком. Вот так вот. Так что будем пахать мотоблоком. Скоро будет видео, как пашем. Всем до новых встреч. Подписывайтесь. Оставайтесь с нами. До свидания.